Начнем программу с рубрики, в которой мы собрали все кировские новости за сегодня, которые заслуживают либо улыбки, либо усмешки, либо полноценного ржача. Рубрика с очень длинным названием. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. Начнем с поистине кировской новости. Страус укусил кировчанку за ухо и проглотил ее золотую сережку. Согласитесь, самая нелепая отмаза на вопрос мужа: где мой подарок на годовщину? Немножко классики в нашей рубрике. Самый типичный кировский заголовок. Кировчанин снялся в фильме с Томом Хэнксом. И Том Хэнкс, судя по фотографии, очень рад этому факту. Очень рад. А прямо сейчас заголовок, в котором мы уцепились за неграмотную формулировку. В Кирове продлили голосование за плохие дороги. Все правильно, город должен знать всех сволочей в лицо. Что не новость, то праздник и бальзам на душу. Кировские глухари будут восстанавливать популяцию в Польше. Иными словами, протопчем дорогу в Евросоюз. И еще одна новость. Фанаты кировского «Динамо» разделись во время матча с Сызранью. И это была ничья. Представляете, что будет, когда мы победим? На сегодня это все. Какие новости, такая рубрика. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне.